Всем огромный привет. Мы с вами находимся в Жулебино, по-моему. Вот он, светофор. Точный адрес я напишу под видео. Это Москва. Посмотрим на новинки, что здесь привезли. Потому что вы пишете по комментариям, что что-то такое интересненькое здесь уже появилось. Проверим. Точный адрес найдете под видео. Удобно то, что слева находится станция Лермонтовский проспект. Выходите, идете по прямой. Здесь же фикс прайс, а дальше уже вход в светофор. Режим работы, как обычно, с 9 до 9 вечера, без перерыва и выходных. Москва, Лермонтовский проспект, дом 19. Заходим. Здесь и одеяло, и пледы, и футболки, чего тут только нет. Шорты мужские завезли, 251 рубль. Давайте посмотрим. Хлопок 70%, полиэстер 30%. Шорты выглядят вот так, приблизительно до колен, может чуть выше. Это футер вроде бы, да? Но очень они такие синтетические. Мартекс, два кармана и сверху пристроченная резинка. Темно-синий и, наверное, черный еще есть. И сюда посмотрите, что привезли. Поло, мужская футболка однотонная. 48-56 размеры есть. И при том это совсем другой производитель. 450 рублей здесь они стоят. Но ткань такая же, пике. Сейчас мы увидим с вами различия, все вам покажу. Эти футболки мне даже больше нравятся. Во-первых, они, смотрите, какие длинные, так что если вы купили, не переживайте, может быть, она так и не подсядет сильно, как Узбекистан. Вот такие, смотрите, совсем длинные. У них рукава с резиночкой, это тоже шик, блеск, красота. Мужчинам понравится, видите, какие подчеркивают мускулы. Затем здесь три пуговки, а не две. Воротник очень приличный, красивый в цвет. И, скорее всего, это Китай, потому что видите, какие размеры. 54, XXL. Ну, посмотрим сейчас. Футболка мужская, поло, однотонная в ассортименте. Стирка при 30 градусах. Очень все мелко, ничего не понятно. Заглянем внутрь. А, еще вот что, разрезики по бокам внизу. Это пошив намного лучше. Здесь тоже прямоугольничек, флизелин внутри. И состав, посмотрите, указан 100% хлопок. Производитель тоже Узбекистан, значит, подсядут. Ну, возьму 54 на 52 размер, посмотрим, тоже опять придется стирать. И цвета здесь такие, непростые, а очень интересные. Малиновый, голубой такой, бирюзовый и небесно-синий, васильковый. Да, несколько. Поскольку они универсальные, мужские, женские, то почему бы и нет. И как раз тоже постираю, расскажу вам, как они подсели или не подсели. В общем, какой размер лучше выбирать. Переходим к еде плавненько. Хлопья овсяные, дачный сезон, 1,5 килограмма коробка, русский продукт. Смотрите, какая большая. Но это мы уже видели на вернисажной. 120 рублей 30 копеек. Здесь же нут, 97 рублей, 800 граммов. Нут жасмин, продовольственный написано. Варить около часа, но еще нужно замочить на 6 часов минимум. Гречка от Увелки, 8 пакетиков по 80 граммов, 89,60. Так, ну-ка посмотрим. Вот такие коробочки. Ничего, кроме зерна написано. И рис круглозерный, но тоже дробленый. И в пакетиках 8 штук, 54 рубля, 70 копеек. Что-то новенькое, овсяные хлопья с изюмом, полкило, 48,30. Варить 5 минут. Сок апельсин-манго, вайфреш, литровый, от плодовой 2009, 95,30. Я такой покупала, мне понравился. Вот он даже виден, видите, на донышке. Очень похож на J7, например, просто в пластике прозрачном, в другой упаковке. А так все то же самое. Забодяживают, мне кажется. Чашки для миксера, 4-литровые, 125,90. Здесь они тоже, так же как, ой, на Лохмановской. Смотрите, они с носиком. С одной стороны носик, с другой ручка. И тоже ягодное мороженое, шоколадное мороженое и белый пломбир цвет. Корзины для белья с крышкой, 50 литров, 43,50. Вот эти как-то выглядят посолиднее, пластик, потолще. Есть темно-коричневый и серо-голубой. Они потолще, как-то попрочнее, чем вот эти за 387. И здесь меньше, здесь всего 48 литров вмещается.
Из новинок, смотрите, какими ножницы за 148 рублей. 4 отделения по 4 на 400, чего-то написано, 220 миллилитров. Смотрите, какая прозрачная крышка, полиэтилен хорошего качества. И внутри 5 отделений. Можно использовать не только для еды, но и для всевозможного рукоделия, для мелочевки. Есть значок для пищевых продуктов. Сделан в России. Цвет фисташковый. Боксы двухсторонние, универсальные, двойные, 519 рублей. Тоже сюда привезли для рукодельниц. Налетайте. 425 на 330 и 85 миллиметров в высоту. С двух сторон открываются, и можно расставлять ячейки, как вам вздумается. Вот они, перегородочки. Самое главное, что здесь они, видите, хорошо разделены, ничего не перемешается. Внутри вот так не рассыпется, если вы будете переворачивать бокс. Ковры написано модные. Эспрессо 100 на 150, 100% полипропилен, Россия. Какие белесые такие, смотрите. Хорошие расцветки. Если чуть потемнее, оверлоком качественно обработано. Вот, которые светленькие. И они жесткие, тяжелые. Сделаны в России, не в Белоруссию. Рис с курицей и овощами. 250 граммов. Консерв Сушпрод. Россия. Я издали подумала, что это плов. Разогревать 3 минуты. Скрыть крышку и разогреть. Мясо курицы, крупа рисовая, лук репчатый свежий, морковь столовая, ну и так далее. Всякие приправы, чеснок. Добрались мы и до макаронных изделий. А конкретно спагетти группы, не написано почему-то какой-то какой группы, а или какая, но ГОСТ указан. 30 рублей стоит за полкило, это Росрезерв. А, вот, группа А, высший сорт. И мы проверим, как всегда, вы знаете, что мы проверяем. Мы проверяем белок. А здесь белок 10,5. Маловато, конечно, но ничего страшного. Зато мука из твердой пшеницы для макаронных изделий без ГМО. Указан ГОСТ. А качественные макаронные изделия считаются с содержанием белка от 12,5% и выше. То есть не процентов, а 12,5 граммов на 100 грамм изделия и выше. Вот, в общем, от 12,5 граммов считаются качественными. Но здесь 10,5. Делаем скидку на цену. И самое главное еще, что мука из твердых сортов пшеницы. Дальше. Лапша овощная. Это уже что-то новенькое. 600 граммов. 74 рубля. Тоже из твердых сортов отборной пшеницы. Называется овощная лапша. Белков здесь. Вот, пожалуйста, 12,8. Ну и состав посмотрим дома. Беру ее. Протестируем, что она, как она себя будет вообще вести в супе и в блюдах. 3-5 минут ее варить. Написано. Муку завезли для праздничной выпечки. Называется «Рязаночка экстра». Пеките больше. Сорт «Экстра» 2 килограмма из самого центра зерна пшеницы. Мельница в России номер один. Высочайший показатель белизны. Пшеничная хлебопекарная. 100% российское зерно. 7 степеней очистки зерна. Но я не вижу ценника. Ценника не видно. Может быть, найдем сейчас по дороге. Видите, нет ничего, не указано. Из вкусностей джем фруктовый, клубничный, абрикосовый и клюква, протертая с сахаром. Клюкву я уже брала, она интересная, вкусная. Но, конечно, клюквы там мало и очень все сладко, по крайней мере, не кисло. 520 граммов. На первом месте здесь сахар, естественно, потом клюква и лимонная кислота входит в состав. Но второй раз брать не буду. Клубника слишком ядреный цвет, видите, много химии, пектин и все прочее. Хотя здесь написано, это, кстати, другой уже совсем производитель, Слетье. Это премьер, вот премьер мне нравится больше, а у Слетье, видите, что-то не то с цветом все время. И есть также абрикосовые, но здесь хоть видно мякоть абрикоса. Спрашивали про восточные сладости и вообще про выпечку. Пожалуйста, привезли курабье. Смотрите, какие красивые, 1 килограмм. О, сластена. 197 рублей стоит. Есть там подгорелые. Выбирайте внимательно. Там на дно положили горелики. Видите, совсем черные. Печенье овсяночка. 1 килограмм. Тула. 134 рубля.
На первом месте масло. Мука пшеничная, хлебопекарная, высшего сорта, сахар. Знаете, люди умерли, отравились. Кто? От холодца. Здесь брали? И в Москве умерли, и по России. Это в Светофоре как раз. Нет, я беру другого, там дороже. Ивановский мясокомбинат. Отрава превышена 4 раза. Уже проверена информация. Люди знают сознание теряют. Ивановский. А что вы выбрали, от чего сознание не теряют? Я смотрю, у вас коробочки какие-то. Я просто говорю, холодец. От холодца люди умерли. Да, это я поняла. А что вы выбрали вот конкретно сегодня? Я беру по 240. Очень хороший холодец. Замечательный. Ивановский завод. Вот наберите, пожалуйста, по интернету. Там и девочка с мальчиком съели, умерли сразу. Многих спасли. 16 человек. И трубочки вафельные, посмотрите, с вареной сгущенкой. Ну тоже пока ценника нет, все только привезли, как раз развозят. Десерт завиток карамельный 159. Орешки песочные с вареной сгущенкой 201 рубль за килограмм. Сладкий дом, Россия. Коржи сдобные, ванильные, у вас хорошие отзывы по этим коржам. 400 граммов, 93,70. Я считаю, что пора их уже взять, да посмотреть, что из них можно такое этакое сделать. Десерт кремовый зефир маршмеллоу 200 граммов, 69,50. Вот опять снова в строю в Светофоре. Индукционная плита здесь. Ну-ка посмотрим, сколько она. 1499 рублей. Вот завоз. Видите, все расставляют, поэтому не подобраться. Вау, ох. Вот просили без сюрпризов. Не получается, не получается. Так, индукционные кнопочки вроде такие. Они механические, они щелкают. Это не стеклянная вот здесь панель. Выбираем температуру, включаем вот выбор режима. Видите? И сама индукция. Но к ней, конечно, нужна специальная посуда. Вилка с заземлением, естественно. Мощность 1600 ватт. 5 режимов. Компактный размер, простое использование, кнопочное управление. И написано, что энергосберегающий. Ну, не знаю, мощность 1600 ватт. В общем, я как-то думала, что она немного по-другому выглядит. Такая. Щипцы для завивки волос, крутящиеся, длина шнура 1,5 метра, 1439, это стайлер. Тоже я вам все показывала, кухонные весы 317, все это мы с вами видели. Утюг Scarlett 1092, керамическая подошва, Керама Про, 2200 ватт. Триммер даже, машинка для стрижки волос. 3-ваттная, одна насадка и аккумулятор. 350 рублей всего, 90 копеек. Удобная форма, лезвие из нержавеющей стали, сменная насадка для регулировки длины волос. Быстрая, безопасная стрижка. И самое главное, работа от аккумулятора. Вот он, триммер. Сделан, конечно же, в Китае. И есть еще вот такая коробка. Наверное, красный и синий. Просто разный цвет. Вилка обыкновенная. Здесь, по-моему, уже нет триммера, только вилка осталась. А для мужчин тут сбоку припрятали набор инструментов. 46 предметов, Китай, 811 рублей. Вот если вы сюда найдете, то найдете их. Красивый фиолетовый цвет упаковки. А что внутри, не знаю. Вот оно. Все ясно. Значит, тут посадочный квадрат 1/4, 13 головок. Наборы ключей, кардан шарнирный, удлинители, гибкий удлинитель. Ну, то есть тут много чего интересного. Вороток Т-образный, трещотка, адаптер-переходник под шуруповерт. И, конечно же, пластиковый кейс тоже считается предметом. 46 предметов. Маленький наборчик, а сколько всего? 811. Сделала из сдобных ванильных коржей. Ну, вот каких. Небольшой тортик. Сметана и сгущенка пополам. Сметана жирностью 15-20%. Вот в этой форме зажимала. В кольце. И получилось неплохо. Но еще недостаточно пропитался, потому что всего лишь час где-то я выдержала. Но уже закончилось терпение. Хочется кушать сладенького с чаем. Так что вот такие коржи. И на вкус они сладкие.
сдобное. Ну а за ночь пропитался, и совсем другая история. Уже мягкий, такой весь напитанный, не резиновый корж, ну или коржи, смотрите какой. Сверху у меня крем прилип к крышке, зря я накрывала, конечно, вот этой штукой. Видите, совсем другой разговор. Вот, мягенький теперь, сочный. А иначе, если не давать пропитаться как следует на ночь, не оставлять, то коржи как резиновые, а сейчас вот нормальные. Ну вот и все на сегодня. Мы с вами побывали в Светофоре, в котором не были практически год. И, в принципе, новинок тут предостаточно. И новые приправы, и мука, и крупы, и чего тут только нет. Так что по вашим заявкам вы просили показать московский Светофор наполнение. Я вам приехала и показала. Если это видео было вам полезно, а также интересно, спасибо за лайки, комментарии и подписку. С вами была Марина, канал Тип-Топ ТВ. Теперь меня можно увидеть и в Яндекс.Дзене, а также в Телеграме, в группе ВКонтакте. Все ссылки вы найдете под видео. Название такое же, везде Тип-Топ ТВ. Присоединяйтесь!